Привет, с вами Али Шопоголик, я рада показать вам свою следующую покупку с AliExpress. Это вот эта вот сумка, которую я купила совсем недавно. Мне она очень приглянулась, у меня есть уже типа такой сумки, но она не такая широкая вот здесь наверху, у меня есть еще синяя. Для осени я приобрела себе серое пальтишко, поэтому вот как раз к серому пальтишку будет подходить очень хорошо вот эта сумочка. Эта сумка сделана, конечно, по модели Phantom от Celine Paris, как вы уже это знаете. Я вот заказала себе эту сумку серенького цвета. Мне даже продавец прислал вот такие вот сережечки еще, как бы от Шанель со стразиками и такую пахучку для шкафа, как я понимаю. Итак, вот так вот выглядит эта сумка. Это, конечно же, не настоящая кожа, но выглядит она очень-очень даже неплохо. У нее здесь снизу вот такие вот ножички. Они еще обклеены, я еще даже не отклеила, они обклеены такими лейкопластырями или чем-то подобным, чтобы не царапалось золото. Потом вот здесь вот как золотым таким замочек, и здесь вот сумка была наполнена вот такими всякими пакетами, чтобы она не помялась. Пришла она в целлофановом пакете, но была хорошо обвернута, с ней ничего не произошло. Итак, вот так это все выглядит внутри. У нас здесь есть два карманчика для мобильных телефонов. Потом на вот этой, на другой стороне есть еще карманчик внутренний, где я могу еще что-нибудь положить. В принципе, она очень-очень вместительная, мне она очень понравилась именно тем, что эта сумка больше немного, чем та моя синяя, которую я заказывала себе 2 года назад. Вот так вот эта сумка выглядит. За эту сумку я отдала 28 евро, шла она ко мне 2 недели. Продавец предлагает эту сумку в нескольких цветах. В наличии сейчас еще есть 4 цвета. Вы можете заказать эту сумку с логотипом бренда или без. Я заказала без, мне потому что так больше нравится. Здесь вот длина сумки, вернее внизу, она 26 сантиметров, по высоте 27 сантиметров. И вот открывается она здесь наверху до 45 сантиметров. Мне понравились вот эти всякие детали, которые здесь еще есть в добавку, и поэтому я выбрала себе именно эту модель. Детали фотографии вы увидите сейчас в конце видео. Ссылку на товар я оставляю внизу под видео, где вы можете посмотреть, что есть у этого продавца. И буду очень-очень рада, если вы оставите лайк под моим видео, если оно вам понравилось. Абонируйте мой канал. До свидания. Swear it's been 700 degrees in here since you came in. I could swear that this room has been running out of air, and now it's starting to spin. You make me feel